Не смертельно. Мама меня убьет. Спасибо. Да. Тебе помочь? Да, если можешь, подсвети вот здесь. Сейчас. О, спасибо. Поскорее бы убраться отсюда. Просто представь себе, как ты свернулась калачиком у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, чтобы не загореться. Тогда представь, как свернулась калачиком у обогревателя. Где угодно, лишь бы не здесь. Ты куда? Недалеко. Ты... Постой секунду, я почти все. Макс, скорее! В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Серьезно? Да, может, помочь нужно. Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? Я хочу проверить. Окей. Я... Только далеко не ходи, окей? Да, осторожней. Да. Да. Удачи с машиной. Thank you.
Где вы? Боже, что с тобой такое? Там что-то было. Я слышала какие-то звуки. Зай, все нормально, дыши глубже. Просто дыши, все в порядке. Мы в лесу, тут много всякого. Нет. Очень легко испугаться. Слушай, ты, Макс, поранилась. Мы можем просто уехать. Конечно, да. Едем, хорошо. Едем. Да, завелась. Урчит, как котенок. Макс, скорее! Уже едем, поехали. Твою ж мать, да вы, блядь, серьезно. Макс! Я же... Дай мне минуту сейчас. Надо ехать, Макс! Лора, расслабься, ладно? Прекрати, я просто хочу свалить отсюда! Хватит уже! Черт, Зая, прости, извини. Извини. Ничего, ничего. Ничего. В машине безопасно, все хорошо. Ебать! Ох, бля! Твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Опустите. Офицер, доброго вам вечера. Кто-то из вас ранен? Ну, она ударилась головой. Слегка, совсем чуть-чуть. Я даже ничего не чувствую. Ну, там, где стукнулась. Я в норме. Мы в норме. Немного испугались. Не расскажете, что случилось? Ну, что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули, и... Сами видите. Что-то выскочило? Извините, было очень темно, и все так быстро произошло, и она сбежала. Она? Вы кого-то сбили? Нет, боже, нет, конечно. Ну, то есть я так не думаю. Я не знаю. Не знаю. Сэр? Не глушите мотор. Сэр? Согласись, это прям самый жуткий в мире коп. Не знаю, я других не видела. Никогда? Да, я не преступник. Ну что, может, расскажете? Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? В летний лагерь Хекетсквори. Мы новые вожатые. Вы раньше срока? Нет, то есть, да. Ну, мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Если честно, один из нас переоценил свои навыки навигации и заблудился. Вы не доберетесь до Хекетсквори. Не сегодня.
Отель «Харбинджер». Он недалеко отсюда. Переночуете там. А, спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хэкетт нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм. Вы поедете в мотель «Харбинджер». Вам все понятно? Окей. Ладно, да, мы поедем в мотель. Мы все поняли. Только есть одна проблемка. К сожалению, я забыл подключить роуминг для глухомани. То есть мы заблудились с концами. Так, мам, выйдите из машины. Что-что? Я хочу показать, как доехать до мотеля на карте. Ясно? Точно. Вы сидите там. Ничего, нормально, я вы. Ладно. Так. Значит, мы... Примерно вот здесь. А мотель «Харбинджер» здесь. Так, а где вы сказали Хэкетт Куори? Ну, думаю, господа из мотеля «Харбинджер» вам все расскажут завтра утром. Стойте смирно. Вы чего это? Стойте смирно. И вы чего? Мэм? Я и сама справлюсь. Ты как? Я в норме. Можете вернуться в машину. Мотель «Харбинджер». Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. Чего он там теперь сидит? Скажу честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз 10 подряд. Вот это точно. А что это у него было на шее? Это кровь? Рад. Встреча. Да уж. Ладно, ну что, пора ехать дальше. Да. Думаю, на эту ночь с нас хватит лесных приключений. Точно, так где там мотель? Значит, мы здесь, а мотель здесь. Окей. Но мы едем сюда. Что там? Хэкетт Куори. Откуда знаешь? Да вот, выведала незаметно. Офигеть! Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал ехать в стрёмный мотель? Нет, точно нет. Вот. Ну что, едем? Другое дело. Мэм? Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Угу. Что? 20! А это щедро. Так. Ты станешь только горячее.
Все, хорош. Да вы издеваетесь, тут никого нет. Нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Так ты говорила с Хеккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Нет, тут точно кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую да тратим время. Да кто тут будет бросать... Я в машину. Макс, скорей. Макс, не будь козлом. Есть кто дома? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Живы? Сейчас вернусь, я за помощью! Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Это мистер Хеккет? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Эй, это я! Мы вас вытащим! Эй! Стоп, что это? Ты сказала инструменты. Так чего ты не принес? Там кто-то есть. А, я никого не вижу. Смотри. Да смотрю я. Дай-ка мне. Но там точно кто-то был. Ладно, ладно, так. Точно? Молоток. Ого, это было громко. Помочь? Да. Помнишь зловещих мертвецов? Эй!
Вы целы? Вы есть? Эй, осторожно. Зая, может, это был опоссум? Да нет, тут точно кто-то был, я клянусь. Эй, ночь была адской, да? Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам мерещится. Макс? Помоги. Кровь. Почему? Похоже на, мать его, мотель Харбинджер! In other words.